победители первенства России, первенства Европы. Что ж, пожелаем им новых стартов. Идет представление весовых категорий. Корчук, Руслан, Украина. Кондратюк, Роберт, Поля. Фисен, Даниэль, Германия. Эскудеро, Гуан, Испания. Великов, Николай, Россия. Або Амер Хани from Israel. Тибери Френкли from France. Хэгэ своих любимцев. Венчислав Васильев from Bulgaria. The members of jury are Mr. Herbert Hebel from Germany as president. Mr. Kamoksny. Спортсмены и тренера. Спортсмен один из претендентов на победу в этой весовой категории. Он еще не начинал разминку. Вступит в борьбу значительно позже. Один из его основных соперников – это Беликов из России. Итак, вот между спортсменами сложится основная борьба. А вчера девочка из Польши в прекрасном стиле одержала победу и стала чемпионкой Европы. Вчера мы снимали эту девочку, отличную технику продемонстрировала. Посмотрим, что сейчас покажет этот юный атлет. А сейчас мы заснимем второго соперника, Беликова, из претендентов в этой весовой категории. Он также соперник не начинал разминку. Улыбается, настроение хорошее. Готов к бою. Не посрамим российского флага. Не забывай, что ты выступаешь за Россию. Итак, с пожеланием успехов телекомпании CNN, Россия, Греция. Выхода которого мы ожидаем, скоро увидим. Итак,
поднять эту штангу. Thank you.
первенство Европы. Выступает за нашу команду в категории 64 килограмма. И у нас претендентов на победу. У него хорошее настроение, улыбается. Несколько слов для прессы, пожалуйста. Владислав, как настроение? А волнуешься? Да ладно, волноваться. Здоровый, не волнуйся. Ну что ж, пожелаем Владиславу успехов и увидим его на помосте. Так, Владислав Яркин. Питон Вирни. Достойную конкуренцию своим соперникам.